Телерадіокомпанія «Могильов» отзначена у 4 номінаціях національного конкурсу «Телевершиня». Об гэтым поведомил наместник министра информации Беларуси Владимир Рабоволов. По его словам, для удела у конкурсе подадено 286 заявок от 33 телевершальных сродков массовой информации. Журы, у складе якого режиссеры, сценаристы, актеры, журналисты, вызначили по 3 финалисты у кожной номинации. Так, сярод номинантов творчие проекты телерадиокомпании «Могильов». «За гранью», «Камертон», специальный репортаж и телемарафон «Согреем детские сердца». Выники конкурсу подведут в пятницу.